На льду Екатерина Стриженова и Алексей Тихонов. Катя и Саша готовились к сегодняшнему дню проекта под руководством Александра Жулина, но вот музыку они себе выбрали из мультфильма «Маша и Витя против диких гитар». Это называется «Песня Бабы-Яги». Вот и загадали нам Катя и Леша загадку. Падение в начале выступления, Катина падение, это часть роли или это нелепая ошибка? Но жюри разберется. Вот оно, это падение. Ну, споткнулась Катя. Теперь это слово за жюри, как они оценят, в общем-то, очень хорошо.